Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие грядки. С вами снова я, Тигр Надя. И сегодня я хочу поделиться с вами своей радостью. Я получила посылочку от Настюши, которая делает просто потрясающие фолдеры. Вы все их видели, которыми я просто восхищалась, умирала над ними. И так нравилось мне это все то, что она делает, и все, что она присылала мне. Это всегда произведение искусства. И в этот раз она сделала сюрприз. И вместо письма прислала вот такой вот набор всякого волшебства. И я хочу начать вот с такой куколки. И я не знаю, меня больше всего поразила именно эта кукла, потому что она какая-то живая, она такая красивая, такая нежная. Мне очень нравится ее костюмчик, такой морской. Прям девочка-морячка. Она вся крутится, ручки у нее поднимаются наверх. Вот, кофточка такая нежная с кружевом. Лицо ее так мне нравится. Он такое, не знаю, невинное, такое интересное. У него реснички даже есть. Как живые. Вот, и глазки у нее очень красивые, такие зелено-голубые, как у меня. И береточка такая морская. Так что, я не знаю, я прям в шоке от этой куколки, в огромном восторге. И она такая потрясающе. Это вторая моя кукла. У меня есть куколка, которую мне дарили перед операцией, когда делали ярмарку в честь моих сборов. Там, кажется, куколка Тильда называется, или как-то так, но она тоже очень красивая, тоже как живая. Вот. А эта куколка, она такая вот уже на подставочке. И я не знаю, как они называются, вот эти вот куклы, правда. Я в куклах плохо разбираюсь, но вот такие мне очень нравятся, они как живые. Далее была вот такая вот прелесть, такое мягкое сердечко, написано «Тебя люблю». Вот, оно такое мягенькое, вот ярко-красное, прям как мои ногти. Вот, и оно так улыбается. Его можно повесить где-нибудь, я обязательно повешу себе где-нибудь на столе. Вот, буду постоянно видеть его перед собой и думать о том, как классно иметь таких друзей, таких зрителей вообще и таких людей в своей жизни, да. Большое спасибо тебе, Настюш. Есть еще вот такой вот брелочек с сердечком. Да, его можно тоже куда-нибудь прикрепить. Очень классное такое сердечко. Это сердечко скрепляло всю упаковку. Она была в виде сундучка такого интересного сделана. Вот, я решила просто все распаковать, не показывать на видео, потому что, ну, было бы сложно здесь уместить это все. Еще была целая куча вот таких вот бантиков для творчества. Можно будет их куда угодно прицеплять, на разные подарки, на разные поделки. Большое спасибо, очень пригодятся, потому что таких оттенков у меня нет. У меня есть синие и, кажется, есть красный с розовыми, да, вот. Золотых вот и зеленых у меня нет, а золотые вообще потрясные очень. Даже себе где-нибудь прицеплю. Конечно же, не обошлось без вкусненького. И Настя положила вот такие вот Орео. Большое спасибо тебе за это. Очень классно, давно себе не покупала я их. Также была шоколадка Альпен Гольд, но вкус я такой еще не пробовала. И Киткат такой я еще тоже не пробовала в таком виде, варианте. Вообще, когда я вижу Киткат, у меня ностальгия по моим студенческим временам, потому что ежедневно на завтрак я его ела после первой пары. Так что большое спасибо тебе за вкусняшки. Сейчас их убрать, чтобы они не растаяли. И перейдем дальше. Вот само письмо от Насти. Положу его сюда. Далее было вот такое вот. Даже не рямочка, хотела сказать рямочка. Ну и рямка тоже. Это панно. Вот такой вот у нас глобус. И здесь цветочки из фетра. Я знаю, что Настя сама делает такие аппликации классные. Смотрится очень-очень оригинально и очень объемно. Посмотрите. Так классно. Обязательно поставлю себя на столе. И мне очень сильно нравится вот этот цвет. Он такой приятный. Он не ярко-зеленый. Я не люблю ярко-зеленый. Он такой приглушенный, более в бирюзовый отдает.
и очень красиво смотрится, очень так по-природному прям. Так что здесь, кстати, вот можно сделать вот эту штучку и просто поставить рамочку. Итак, ух ты, мой любимый скотч, я так хочу себе купить этот скотч. Он такой классный, с этими стрелочками. Обязательно надо будет себе заказать. Я уже видела на Али такой. А это у нас конвертик. И давайте посмотрим, что внутри. Ух ты. Вау, здесь что-то очень интересное. Так, кажется, это что есть. Да. Ну, теперь, кажется, я знаю, чем я займусь вечерами. Это еще одна ностальгия, потому что раньше я делала такие вещи, когда училась в школе. Мы это назвали фенечками. А здесь у нас браслет Африка. Вот это да, здесь. Здесь чего только нет, здесь даже есть инструкция. Вот столько бисера, много разного. Ниточки. Да, и здесь у нас идет инструкция, как плести такой браслет. Обязательно попробую. Просто очень интересно даже. И тут тоже у нас. Ага, армированная струна. Затем у нас идет, ну вот, крепеж. Бусинки идут. Осталось только достать иголочку и начать все это делать. Ну, можно даже без иголочки, просто своими руками. Да. Вообще, прелесть просто. Не знаю, очень оригинальный подарок. Большое спасибо тебе. Обязательно как сделаю в этом году эти браслеты, потом покажу тебе. Итак, сначала, прежде чем я перейду к фолдеру, хочу показать вам вот такое вот богатство. Это просто, я не знаю, для меня это огромный праздник, потому что вы видели, я фанат пайеток и всяких вот таких вот бусинок. Это просто моя страсть, можно сказать. Да, я очень сильно люблю пайетки, стразы, камушки, все, что можно использовать в творчестве. Такое вот прекрасное. Посмотрите, какие здесь жемчужинки есть. Какие бусинки, бисеринки. Очень классные. Некоторые высыпались во время пересылки, потом соберу я их всех, сложу обратно. Вот эти немножко перепутались тут, синие с этими, ну, ромашками, цветочками попутались. Вот такие вот прекрасные синенькие есть, вот такие вот бусинки с камушками. Вот здесь мои любимые звездочки, здесь у нас разные квадратики, тут у нас глазки разного размера. Можно будет сделать какие-нибудь игрушечки из фетра, например. Здесь вот буковки. Можно в браслет пустить. Потом такие вот фетровые тоже фигурки. Как я понимаю, здесь... Что это у нас? Это у нас, по-моему, курочка и цветочек. Да, такая вот курочка и такой цветочек. Их можно приклеивать куда-нибудь. Потом маленькие прищепочки позолоченные. Так что вот такие вот прелести. Потом поближе покажу вам обязательно. Все же смотрите. А теперь давайте посмотрим самое главное. Это mail folder. Опять же, вот эти вот фетровые цветочки такие просто потрясающие, как георгины. Очень классные, очень объемные такие. И цвет очень-очень-очень хороший цвет. Такой приятный мятный цвет. Итак, как я понимаю, письмо было вот здесь. А теперь у нас такие вот кармашки. Они уже открылись сами. Посмотрим, что здесь у нас есть. У нас здесь разные цитаты. Посмотрите, какие красивые карточки. Просто потрясающие. Сказочные. Тоторо. Ведьмина доставка. Это, кажется, принцесса Мононоке. Мой самый любимый мультик аниме. Кстати, очень красивая иллюстрация. Потом, если знаешь автора, напиши обязательно, потому что даже интересно, кто нарисовал такие арты к этим мультикам. Очень они красивые.
Мне понравилась вот эта цитата. На бумагу ложатся тесто руки, на бумагу ложится душа. Кто-то скажет, что вы так одиноки, кто-то молвит, так хороша. Очень хочется высказать чувство, чтобы понято и быть не смешно. Иногда получается грустно и несет меня вдаль по сплошной. Бывает порой, что веселье захлестнет вдруг меня, словно море, и делюсь позитивно со всеми, словно жизни не ведала горя. Мы бываем порой одиноки или счастливы, и тогда бывают светлые мгновения, мир ясной душой осенит, огонь святого вдохновения неугасаемо горит. Когда на улице не Настя и неохота выходить, то чашка кофе просто счастье, и это счастье можно пить. Значит, здесь у нас лежит чай. Да, я права. Здесь лежит Earl Grey Bergamot. Такой вот чаёчек. А здесь изображен почему-то лайм. Может быть, он со вкусом лайма? Так, что ж теперь посмотрим? Давайте посмотрим вот этот маленький кармашек. Ух ты! Здесь такая красота. Маленькая. Посмотрите, какая красота. Здесь у нас духи. Самые разные. Шанельки и тортики. Такая вот куча тортиков. Это очень классные, с голубикой. Ох, пионы какие. Красивые пионы. Да, вишневый тортик. Такие вот кексики. А здесь у нас такие вот девочки анимешные. Ух ты. Обожаю. Смотрите, какая красота. Какие картинки. Потрясающие. Последним у нас лежат вот такие вот прикольные карточки. Ёжик. Как Гарри Поттер прям. Смотрите, какой кот-ковбой. Очень классный. А здесь у нас такой медвежонок. Хипстер. Тоже очень прикольный. Медвежонок Робин Гуд у нас здесь. Коала у нас такая, как ботаник. И морж у нас такой моряк. Да. Прикольные картинки, вообще очень классные. Я, как всегда, восхищаюсь качеством твоей печати. Они просто потрясающие, как будто в типографии, наверное, все распечатано. Бумага такая интересная, глянцевая. Очень приятная. Что самое главное, она не толстая и не супер тонкая. То есть для оформления в самый раз очень качественно. Поэтому я очень-очень восхищена, рада. И, как всегда, все такое нужное, все такое классное. Вот, обязательно буду использовать в творчестве. Вот эта бумага вообще очень интересная. Она как наклейка. Ух ты, это и правда. Это самодельные наклейки. Просто прелесть. Большое спасибо. Еще ценнее даже стали. Так что вот такая вот посылочка. Вот такие вот прелести. Вот такая красота. Просто очень-очень меня вдохновила на новое творчество. На новые письма, и теперь я буду обязательно собирать тебе в ответ что-нибудь интересное. Жди от меня. Вот, мой ответ. И я придумаю что-нибудь интересненькое, тебе тоже очень должно будет понравиться. Вот, и еще раз спасибо тебе большое за все, за твое тепло, за твою доброту, внимание, за вот это вот, как сказать, за внимание к деталям, да, то, что ты знаешь, что мне нравится, ты замечаешь, и потом делаешь такие вот сюрпризы, это очень приятно, это очень-очень ценно. Люблю, обнимаю, целую, и до новых встреч, пока-пока! Tonight, truth.
escape.